Кирилл, какой проект вы здесь представляете сегодня в рамках выставки? У нас стартап, который меняет вообще структуру потребления корпораций с искусственных компонентов на натуральные. То есть мы изобрели технологию, которая позволяет вкус ароматической добавки натуральной быть такой же яркой по вкусу, как искусственная. Потому что сейчас почему 80%, допустим, йогуртов, они сделаны с помощью искусственных красителей, консервантов. Потому что такие йогурты тупо вкуснее, чем натуральные йогурты. Угу. Вот, потому что натуральные компоненты, к сожалению, пока что не дают той вот такой как бы концентрации вкуса, к которому привык массовый потребитель. Соответственно, производители натуральных продуктов, они в основном все маленькие, в основном локальные какие-то. Вот, а крупные корпорации этим, ну, как бы так, интересуются для пиара. Но в целом на массовый рынок не выходит натуральный продукт. Угу. Вот, а мы сделали компонент, который позволит корпорациям заменить искусственные ингредиенты на натуральные. А речь про растительные? Растительные, да. Ингредиенты. То есть мы пока что начали с растительных, но вообще наша технология позволяет из животного сырья тоже делать хорошие всякие штуки. То есть пока, получается, ваша целевая аудитория – это условно производители йогуртов, батончиков и прочих? Да, то есть FMCG-компании, еще чайная компания тоже. Ага. А с кем-то вы уже работаете, где-то уже ваши ингредиенты, да, можно, конечно, отыскать? А, на самом деле, вот, я не смогу подсказать, как это на полках будет называться. Вот, мы работаем с большими крупными компаниями, которые опытом все это забирают и потом там по каким-то производствам своим распределяют. Угу. А чем, ну, то есть, получается, такого на рынке нет в принципе, как у вас, или есть, но хуже? То есть, чем, вот, в чем ваше конкурентное преимущество? Да, есть похожий продукт. Это тоже натуральные ингредиенты, которые, по сути, порошки, которые высушены методом сублимационной сушки. Uh-huh. На английском называется freeze drying. Uh-huh. Вот. И они, в принципе, тоже хорошие. Они тоже сохраняют много чего хорошего, полезного сырья. Потому что самое главное, что в сухом сырье должно сохраниться витамины. Угу. То есть, чтобы ты съел сухую вишню, и ты получил ту же самую пользу, что от сырой вишни. Вот. Угу. Хотя все равно там деградация какая-то происходит, но она в очень маленьких пределах. Ага. Вот. Сублимация тоже позволяет много чего сохранить, но она просто сам по себе техпроцесс дороже гораздо, чем наш. То есть мы делаем почти то же самое, но дешевле. Угу. И при этом наш конечный продукт лучше, чем сублимированный. Дешевле в сравнении вот с тем, что есть на рынке из натурального сырья, а что касается вот сравнения, допустим, с искусственным, потому что, как я понимаю, помимо того, что это тупо вкуснее, это еще и, наверное, дешевле, проще. Да, дешевле. Ну, на самом деле, по простоте сейчас вот, вот самое простое вообще в техпроцессе, в любом, когда ты производишь любой продукт питания, проще всего добавить продукт в сухом виде. Mm-hmm. Потому что если добавляешь там разной степени мокрости продукт, то ты должен что-то сделать с этой водой, которую ты добавил туда. Ну, допустим, натуральную ягоду, клубнику взял, кинул в йогурт. Ты получил 10% вот этих вот вкуса ароматики клубничной и еще 90% воды. Угу. Вот, йогурт, соответственно, стал более жидким, чем ты хотел. Вот, и надо тебе эту воду куда-то девать. Угу. Соответственно, самый технологичный и простой способ – это порошок. Угу. Порошок ты просто кинул, и все. Он там ничего не привносит. Только самую суть. То есть вкус, аромат, цвет. Угу. А те, кто вами вот уже заинтересовался, то есть даже не так, вы бы хотели, чтобы вами кто заинтересовался вот в первую очередь? Мы сейчас нацелены на глобальный рынок. То есть мы хотим на глобальном рынке заменить искусственные вкусоароматические компоненты на натуральные. То есть, соответственно, нам интересны там такие компании, как Danone, Nestle, Unilever. Uh-huh. Вот эти вот ребята. А у вас мощностей хватит для того, чтобы их обеспечить? А у нас, смотрите, у нас схема такая, мы ничего сами не производим, то есть мы делаем оборудование, и то не сами. Мы просто свою, по сути, интеллектуальную собственность, наши технологии, у нас есть чертежи на нее все, то есть на железке. Вот, мы эти чертежи отправляем там куда-нибудь на Тайвань, нам там делают кучу вот этих вот машин. Мы эти машины расставляем по всему миру фермерам, которые с фруктами непосредственно работают. Они на этих машинах сушат фрукты, мы их опять себе все забираем. Вот, и уже мы распределяем по каким-то заказчикам, крупным, мелким, средним. Uh-huh. Вот, то есть, по сути, мы как платформа работаем. То есть, нам стекаются много-много с разных точек мира
вот этих сухих компонентов натуральных по нашей технологии сделаны. Вот, и мы их уже распределяем среди клиентов своих. Ну, учитывая, что сейчас здесь один из трендов, который все эти дни звучал, это ЗОЖ, органик и здоровое питание, будем надеяться, что у вас есть шансы на успех, и желаем вам все-таки найти своего потребителя, инвестора, покупателя. Да, но мы уже нашли, но хотим больше.